Короткометражный фильм «Тюнтава. Ненецкая свадьба» взял гран-при на 7-м Всероссийском фестивале видеофильмов «От чистого истока». Совместная работа нашей телекомпании окружного этнокультурного центра получила признание конкурсной комиссии и стала одной из лучших среди 64 фильмов, которые были сняты в разных уголках нашей страны. Короткометражка снята в 2012 году. В основу лег традиционный ненецкий обряд и пьеса Прокопия Евтысова. В роли актеров выступили работники этнокультурного центра, артисты самодеятельного ненецкого театра «Илепц» и оленеводы кооператива «Харп». Съемки проходили в Чумино, экспозиции Центра народного и декоративно-прикладного творчества и в оленеводческом стойбище. Сватовство, выкуп невесты, отъезд молодоженов. Все как несколько веков назад. Даже костюмы не театральные. Часть из них предоставлена этнокультурным центром. Другую на время съемок дали жители Красного. Значимо и то, что в фильме говорят на ненецком. Ведь только родной язык может передать всю полноту картины. Пригодилось актерам не только владение родным наречием, но и собственные воспоминания. Я только в детстве видела, еще до школы, как в тундре свадьбу делали. Там было интереснее в тундре. Особых различий не было, конечно. Да. Мы люди тундры, мы же понимаем, даже подсказывали, как надо это делать, да что. Были различия, конечно. А вот Валентине Тайбарей роль матери жениха далась не так просто. Родилась и выросла она в поселке. И до этого момента всего несколько раз была в тундре. Мать жениха в упряжке оленей, я боялась упасть. Очень крепко вцепилась в эту нарту. И боялась упасть, потому что давно не ездила на оленях. Вот. Ненецкая речь, значит, каждодневно ведь не говоришь на ненецком языке. И тоже сложности в этом были. Обряд создания новой семьи часто ложится в основу различных театральных постановок. Но вот фильм о традиционной ненецкой свадьбе сняли впервые. Также первый раз наш регион принял участие во Всероссийском фестивале видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «От чистого истока». Он проходит в Иркутске с 2006 года. Удивительно и то, что две премии Гран-при впервые были присуждены также в этом году. Это наш фильм «Тюнтава» и картина из Новосибирской области «Акинтьево озеро». В конкурсе всероссийского масштаба, да, мы участвуем впервые, вот, и очень приятно, что действительно мы заняли гран-при среди 64 участников с разных регионов, практически со всей страны. Вот, было, конечно, очень приятно, что наш фильм, созданный этнокультурным центром и телекомпанией «Север», занял такое высокое место. Как победитель 7-го Всероссийского фестиваля в Иркутске, «Тюнтава» продолжит путешествие по стране. В декабре короткометражка будет представлена на Всероссийском конкурсе видеофильмов в Москве. Алена Валий, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».